имел все шансы стать голландцем. К сожалению, у него это не получилось. Тем не менее, 2-1. Бенхатера выходит к воротам. Аккуратный пас. Удар. 3-1. Ничего себе. Герта разошлась. Рой Беренс после атаки с левого края замыкает этот аккуратный наброс. Пер Шельбред счастлив. До конца матча 15 минут. Вышедший на замену Гарник теряет мяч в центре поля. Передача здесь Бенхатера. Потом смещается из середины налево. И аккуратную передачу делает в направлении Роя Беренса, который скрылся за спиной Антонио Рюдигера, но в нужный момент выскочил и отправил мяч в ворота Киршбаума. 3-1. До конца матча 15 минут. Зная, что такое Герта, я предположил...